Малыш стал старше еще на один месяц. Он подрос и окреп. В возрасте 3 месяцев малыш не просто наблюдает, а исследует и даже удерживает игрушку подольше, внимательно ее рассматривая. Чем старше малыш, тем за ним интереснее наблюдать. Еще недавно он улыбался в ответ, теперь расплывается в улыбке первым, приглашая маму и папу к общению. Разговаривайте с малышом, улыбайтесь ему. Обязательно называйте малыша по имени. Ева. Ева. Агу. Ева. Агу-гу-гу-гу-гу. Помогайте ребенку развиваться и физически, и умственно. Разговаривайте с ним, делайте гимнастику, пойте песенки, читайте стихотворения, и ваш малыш будет не только умным, но и самым счастливым ребенком на земле.